Привет, друзья! Сегодня я нахожусь в крутом парке батутов в городе Познань. Сегодня я пришел сюда, чтобы потренировать сальтон назад, для того, чтобы потом сделать флип на BMX. Видео с флипом на BMX будет отдельное. Сегодня я покажу только свою тренировку на батутах перед тем, как я поехал пробовать флипа на BMX поролон. В общем, что, все, сейчас стабилим флипа назад. И самая главная фишка, которую надо застабилить, это чтобы крутиться не спиной, а крутиться именно головой. Потому что, как мне объясняли при бэкфлипе на велике, нельзя крутиться, закидывая спину, надо именно крутиться головой. Сейчас попробуем, короче. Чуть-чуть постабилим, и потом пойдем поприкалываемся на какие-нибудь эти штучки. Как-то так, план примерно такой. Мне очень нравится этот флип, когда тело прямое, когда ты летишь и не группируешься, а прямое тело. Прикольно чувствуется. Очень обидно, что закрыта поролонка. Ты что, в поролонку я бы реально попрыгал. Точно такая же поролонка для BMX, тут вообще можно было бы разгоняться, но из этого карамба-вируса аргументировали это тем, что там типа бактерии размножаются в поролоне, и поэтому его закрыли, здесь положили такие маты, то есть нельзя прыгать именно. Короче, этот карамба-вирус все нафиг портит вообще. Ну ладно, нам и так тут есть чем заняться. Вот эта вот попыточка была неплохая. Вот именно здесь я в прошлый раз и свернул шею, пробовал туда двойное переднее сальто и не докрутил его, притянулся на шею, хоть батуты мягкие, но шея все равно немного свернулась, поэтому пока что только одно сальто, пробую двойное, ну его нафиг. Еще все прошлые два раза, что я ходил сюда на батуты, я тренил, просто прыгал на батутах и делал всякие типа трюки, как будто с вылета на BMX, то есть я там катался за ноги, там флапки всякие. Очень сильно помогает на флайбоксе, особенно чувствовать велик лучше в полете. Сейчас попробую сделать что-нибудь из этого, покажу вам, о чем я имею в виду, и это реально помогает. Вот я два раза так сходил, потренировался, и в полете я себя намного лучше начал чувствовать. Блин, что-то стыкает. Что-то она какая-то высокая, надо по-любому флипом сначала прыгать. Флипом всегда не стыкотно. По прямой страшно, а с флипом пофигу вообще. Не, надо сделать сразу на ноги. Надо сделать нормальный фронт-флип сейчас. Заземлил. Нормас. Вот такие бы штуки в такой дроп я бы на бэйм попробовал. Мне кажется, это бы вообще прокачало скилл дропов с триту с какими-то трюками. Вообще было бы четко. Напоследок пойдем попробуем попрыгать с этой хренью. Интересно, доберусь я до верха или нет. Но они так-то вообще высокие, тут 3 метра, наверное, самая вот эта вот верхняя. Ладно, сейчас посмотрим.
Ладно, ну что, в общем, вот такая вот тренировка на батутах. Всем советую, особенно всем, кто летает всякие флайбоксы, всякие дёрты. Всем обязательно ходите, очень сильно прокачивает скилл. Ну, а мы тем временем летим прыгать в поролонку. Ебаный поролон.